Госинспектор Минприроды вымогал взятку в размере 50 тысяч рублей у рыбака. Инцидент произошел в Кизлярском районе. В пресс-службе Следственного комитета России по республике сообщили, что чиновник задержан. По данным ведомства, 8 сентября 2020 года в акватории Каспийского моря, недалеко от села Брянск Кизлярского района, инспектор, осмотрев рыболовецкое моторное судно, выявил нарушение. Чиновник потребовал от 37-летнего мужчины передать ему денежные средства в размере 50 тысяч рублей. В случае отказа он пригрозил, что заявит о якобы имеющемся факте незаконной добычи рыбы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.